Игра «Анапчан» и «Тимашевского прогресса» собрала на стадионе «Спартак» около 2500 болельщиков. В первом тайме мяч в воротах хозяев оказался дважды. Но первая атака тимашевских футболистов не засчитана. Решение судьи – офсайд. «Анапчане» перехватили инициативу. После пенальти с 11-метровой отметки полузащитник Евгений Меркитан забил первый и единственный мяч в ворота соперника. Первый тайм завершился со счетом 1-1. Во втором тайме «Тимашевский прогресс» провел удачную серию контратак, забив еще два мяча в ворота «Анапчан». Матч завершился со счетом 3-1 в пользу гостей. 28 мая футболисты «Анапы» встретятся с командой «Афипс» на их поле в поселке Афипский.